2300 студентов закончили в этом году Луганский национальный университет имени Шевченко. В Старобельске, где теперь находится вуз, лучшим выпускникам вручили нелегко доставшиеся дипломы. Как это было, видела Юлия Тинеева. Счастливые улыбки, поздравления, фотография на память. Дипломы о высшем образовании получили выпускники Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, который ровно год назад эвакуировался в Старобельск. Мы выехали из родного университета и находимся сейчас в городе Старобельске. Но тем не менее, несмотря на те организационные сложности, которые испытывали, а их было очень немало, тем не менее мы подошли к этому дню, так сказать, полной такой боевой готовности. Сегодня 2300 наших студентов получат дипломы и магистров, и бакалавров, и специалистов. В этом году выпускникам вручили дипломы, дизайн которых университет разрабатывал сам. Но, несмотря на это, документ не потерял свой государственный статус. Для того, чтобы диплом имел вот такой статус, а именно статус государственный, для этого есть система ЕДЭБа, где мы получали и получаем номера этих дипломов. То есть в случае, если возникнет необходимость, особенно это когда человек устраивается на государственную службу, милицию, СБУ и так далее, всегда идет проверка диплома. Осуществляется определенный запрос, и через систему ЕДЭБа проверяется, номер диплома соответствует или не соответствует. Для Марины Солодко этот год был нелегким. Дистанционное обучение далось непросто, и сегодняшний день для нее значимый. Мы все справились, все замечательно. Я очень счастлива, что все-таки закончила, получила свой долгожданный диплом. Юлия Тинеева, Вадим Цветков, Пудии.